Я Миша Марвин, и ты смотришь Лайк Пати. Всем большой привет, у микрофона я, Саша Кляйн, а ты смотришь Hello TV. Сегодня мы находимся на безумно шумной интерактивной вечеринке, на котором каждый человек может повлиять на исход событий. Лайк Пати прямо сейчас. Скажи, вот совсем недавно буквально только в интернете была, сегодня уже ведущая Like FM, да. Заряжаешь атмосферой. Да, сегодня мне дали этот микрофон, и я хожу, общаюсь со всеми, узнаю. Я впервые в роли корреспондента, обычно я снимаю все на свою руку, на свою камеру, но сегодня придется поделиться эксклюзивом с Like FM. Другой формат, да, скажи, так, ну, да, работать. Да, но мне здесь нравится, я здесь не только сегодня корреспондент, но еще и выступаю на сцене, поэтому немножко волнуюсь. Скажи, какие курьезные были ситуации, может быть, последних дней? У меня была ситуация, знаешь, когда открытая площадка, после выступления мы собрали людей возле меня, чтобы дать автографы и все дела. И возле нас стояли две машины, на одну из них забрался 40-летний мужик и просто как Супермен в мою сторону вот так вот сиганул. Слава богу, его поймали охранники прямо на лету, и он не долетел до меня. Я не знаю, зачем он это делал, что он хотел со мной сделать, но это было очень страшно. Расскажи, что будешь сегодня, чем будешь удивлять сегодня сцену? Сегодня буду максимально вселять в людей запах секса. И рассказывать, как я хочу быть с ней, и дам немного гипноза своим новым треком «Гипнотайз». Когда мы пришли в гримерку, мы только поняли, что размялись и готовы были выступить свой целый сольный концерт, в котором есть множество танцевальных фишек и нового музья, который мы хотели вам показать, но, к сожалению, три песни – это мало. Такая тема есть, что можно повлиять на ход событий, это правда? Абсолютно верно. Сегодня каждый лайк зрителя влияет на то, кому из артистов достанется большой зрительский лайк. Он припрятан пока где-то в гримерках, но совершенно точно артист, который за свое выступление наберет больше всего лайков, получит большой лайк от зрителей. Я вот в заявке сегодня видел, что каждый участник, ну, зритель, может повлиять на ход выступления. Да. Ты готова вообще к этому? Каким-то вот нереальным. Я готова, ты знаешь, я привыкла как к дизлайкам, так и к лайкам. Поэтому надеюсь, что, конечно, сегодня зал взорвется от лайков, когда я выйду на сцену. Ребят, вы знаете, что вот, ну, у Лайк Пати особенность это то, что каждый участник может повлиять на ход событий. Да. Вот, а вы готовы к чем-то нереальному, приколам всяким? Чем-то удивить, да? Да. Да нет, наверное, мы ничего такого сверхфееричного делать не будем. Это задача сегодняшнего шоу, поэтому наша работа всего лишь выйти и спеть любимые песни. Говорят, что может быть сегодня выйдет Верка Сердючка, если там проголосуют за нее, вас обнимать будет. Готовы к такому повороту? Без проблем вообще. Она вообще здесь. Да, я готов к абсолютно всем перипетиям, которые могут сложиться на сцене. Выписать Верка Сердючка, обнять тебя. Это будет здорово. Абсолютно, абсолютно. И это очень круто. Это очень круто, когда сейчас даже такие мероприятия становятся демократичными и становятся абсолютно активными в плане зрителей. Что ему дается по помидору, не знаю, какой-то еще фрукт и что-нибудь приятное, что можно в нас бросить? Инжир. Чтобы сразу. Это замечательная просто тема, потому что хоть чем-то же люди должны управлять. Скажите, ребят, на кого подписаны в Инстаграме, кого лайкать? Ну, такой вопрос банальный, но все-таки. У меня столько подписок. Второй раз. Я недавно подписалась на Сержа Танкяна. А он мне предложил дуэт. Это саундтрек для нового фильма «Легенда о Коловрате». Вот, я пою на русском, он на английском. Я лайкаю самых замечательных людей. Чисто на энергетическом уровне. Если я смотрю, классный человек, и мне к нему нутро лежит,
то я это делаю с радостью. Я мало кому ставлю лайки. Да, я мало кому ставлю лайки. Я визуал, я люблю красивую картинку, поэтому если я вижу красивую картинку, я могу даже не обратить внимания, чья это картинка, кто ее выставил, но поставлю лайк. Люблю все такое яркое, красивое. Лайкаю интересных персонажей, девушки в них имеют большое-большое масштабное пространство, и с ними я очень тесно связан, как и профессионально, как и по личным своим симпатиям. А скажи, ну, цена твоего лайка, есть ли она какая-то, ну, то есть, например, возможно это вообще? Цена моего лайка в плане по бабкам? Сколько нужно заплатить, чтобы ты лайкнул кого-то? Наверное, есть, но все эти вопросы, бабки до меня не доходят, друзья. Я подписан на лейбл Black Star. Все бабки туда и все вопросы туда. А я потом ставлю лайки. Вот так. Лайк вам. Мы ставим лайк. Несколько лайков.